Так, ну что, возвращаюсь домой. Уже темно практически. Вот, но я вышла сегодня не так рано, после 12, наверное. То есть, ну, все успела сделать. Обычно я всегда тороплюсь, когда иду в Быково, потому что хожу пешком. Вот, и обычно очень всегда долго, быстро спешу, тороплюсь, боюсь опоздать. Вот, но вот сегодня решила вот так никуда не торопиться, все сделать не спеша, покушать, позавтракать, вот, провести все, ну, так можно сказать, да, все церемонии, арчину, поклонение божествам. То есть все сделать, как я обычно это делаю с утра. И уже покушать после этого, и после этого уже идти в Быково. Знаете, вот то же самое все дело спокойно, не спеша. И все успела сделать. И возвращаюсь практически в то же время, как я раньше, например, торопилась, бежала, спешила, что вот пораньше надо выйти, побыстрее все сделать, все на ходу, на скаку, на бегу. Вот. И вот сегодня я решила не спешить, не торопиться, все сделать не спеша, выйти и также не спеша. То есть я так подумала, ну буду я, пойду прогуляюсь, сделаю, не сделаю что-то. Просто у меня сегодня такая будет прогулка, знаете, вот все не торопясь, не спеша, и возвращаясь в то же самое время. Вот, как и раньше. Но раньше я спешила, торопилась, чтобы успеть. А сегодня я не спешила, не торопилась. Возвращаюсь, но возвращаюсь в то же самое время обратно. Вот, и несмотря на то, что вот вышла поздно, ну, можно сказать, после 12, наверное, вышла, во второй половине дня, и все успела. Все оплатила, везде походила, по всем магазинам, как обычно, зашла. Все магазины, которые обычно я захожу всегда, когда хожу в Быково. Вот. И все купила. И зашла также в фикс прайс, в свой любимый. Но в фикс прайсе я ничего не стала брать. Халву можно было взять, но халва 50 рублей стоит. Знаете, мне так стало жалко денег, что 50 рублей, а это мне на два зуба. Можно халву сделать самой. Из семечек подсолнечника. Вот 20 рублей, по-моему, он сказал, стоит 100 грамм семечек. Вот. Просто не буду я сейчас вот это вот все покупать. Я хочу сейчас сделать что-то одно, например, сделать из манки халву, попробовать. Потому что, в принципе, у меня все есть для этого. Манку я купила. Вот, осталось мне... Вот сахар купила сегодня, чтобы сироп сделать. И масло у меня есть. Но вместо масла сливочного я купила топленое или сливочное. Я купила маргарин. Он более дешевый. Вот. Для этих целей. То есть можно сказать все. Можно делать уже халву. Я купила все. Для этого все ингредиенты у меня есть. Манка, сахар. Чтобы сахарный сироп сделать, я купила сахар белый за 59 рублей. Да, килограмм сахара стоит 63, здесь в Диксе я брала в удельной, а он стоит 59 рублей, этот сахар белый килограмм, вот поэтому и 42 рубля мука, я там купила по социальной цене 42 рубля, по-моему, Рязань производство, то есть мне сегодня, можно сказать, вот так вот повезло, все успела, все сделала, все купила, все оплатила. Вот, побывала в комиссионном магазине, посмотрела. В следующий раз пойду там, куплю себе кружку, присмотрела за 24 рубля, как я хотела. Ну, конечно, не как я хотела, но, в принципе, тоже такая ближе напоминает восточного стиля. Вот, может быть, в следующий раз, когда я туда приду, что-то, может быть, будет и для меня в восточном стиле. Я хотела кружечку такую, пиалочку для чая. Но за 24 рубля, я думаю, что это недорого. Но там, конечно, уже все подержанное, я так понимаю, не новое. Но бесплатно, да, только сыр в мышеловке, как говорится. Вот. Ну, то есть, вот сегодня я просто зашла так на разведку в этот магазин, все посмотрела, что там ночные рубашки продаются и белье нижнее можно купить дешевле, чем в фикс-прайсе даже. Вот, поэтому
Вот, в следующий раз пойду уже туда, прям вот намеренно, и все куплю, все, что наметила, все, что хотела. Вот. Просто сегодня слишком много было расходов. Нужно было оплатить интернет, нужно было оплатить налог, за налог заплатить. Вот, поэтому такие расходы, они... Поэтому немножечко я, ну, перенесу на следующий раз уже оплату, на следующий раз покупку белья, да, то, что я хотела, одежды, белья, вот, на следующий месяц, когда будут свободные деньги для этого. Вот, ну вот, сегодня так решила не, так сказать, ну, не разбрасываться, да, то есть решила вот конкретно сделать халву из манки, манную халву. Вот, то есть, а в следующий раз можно купить семечки, уже сделать подсолнечную халву, попробовать. Вот, просто не стала я разбрасываться сегодня, потому что надо чем-то одним заниматься, да, либо делать из подсолнечника халву, либо из манки. Вот. А так как все ингредиенты уже почти что готовы для того, чтобы делать халву из манки, вот, поэтому я решила вот семечки не покупать сегодня, вот, а решила вот добить, так сказать, да, добрать, да, недостающие ингредиенты для того, чтобы сделать халву из манки. Вот, то есть самый главный ингредиент — это манка. Я уже попробую, да, если мне понравится, тогда я буду, в принципе, делать только из манки халву. Можно еще из манки сделать шарики, ладу, например, из манки также сделать. Ну, только для этого нужно изюм купить и орешки какие-нибудь, например, кешью. Но кешью самые дорогие орехи. Вот можно кунжут использовать вместо этого, вместо орех. Это будет более такой вариант бюджетный, ну и пополезнее, наверное. Кунжут полезнее, чем орехи. Ну, в какой-то степени. Вот. То есть, ну вот, можно практически уже делать из манки халву. Манка есть, сахар я сегодня купила. Сахарный песок для того, чтобы сделать сироп. Вот. Корица у меня есть. В принципе, все специи есть. Можно специи добавить какие-то для этого. И... масло есть, ну, маргарин, да, вместо масла маргарин я буду использовать. Попробую сначала с маргарином. Вот, ну, а в следующий раз можно купить уже семена подсолнечника. Можно из овсянки сделать овсяное печенье, овсянку купить. Вот. Ну, то есть вот так вот поступательно, постепенно, не разбрасываясь налево-направо. Вот, буду пользоваться тем, что есть пока что в арсенале у меня, да, наличие. Докупить просто то, что не хватает. Вот, ну, вот сегодня докупила сахар, сахарный песок и имбирь взяла сушеный. И взяла куркуму. То, что закончилось. Куркума уже почти закончилась. Купила куркуму за 34 рубля. Там, по-моему, 15 грамм. И стала я уже выгадывать, ходить в Пятерочку, смотреть, сравнивать цены. Потому что я думаю, что, в принципе, там дешевле я уже не куплю, чем 34 рубля. Вот. Потому что куркума не дешевая специя. Ну, имбирь тоже, соответственно, тоже не дешевая специя. Сушеный стоит 49 рублей, 15 грамм. По-моему, тоже граммовка та же самая в Диксе. Я думаю, что дешевле я не найду имбирь. Вот, в общем, имбирь, то, что хотела, я купила. Имбирь, куркума и сахарный песок. Вот, и можно будет делать уже манку, из манки халву. Из манки халву уже можно будет делать, когда будет время свободное. Вот. Ну, по-моему, все, да. Все ингредиенты, конечно, орехов не хватает. Он добавлял туда орехи. Вот тот рецепт, который я смотрела, этой халвы из манки, он добавлял туда фундук. Вот. Но у меня нет орехов. Можно добавить кунжут, например, вместо этого.
не стала я. В общем, что-то пожалела я деньги. Можно было арахис, конечно, купить. В принципе, арахис недорогой, 30 рублей. 100 грамм стоит. Вот, но что-то я так вот пожалела и подумала, что вот остановлюсь просто на одной манке. Манка и специи. И все. Манка, специи и масло. Маргарин. Да, вместо масла маргарин. И сахарный песок. Чтобы сделать сахарный песок, чтобы сделать, залить это все. Да, сахарным песком. Это называется. Уже забыла, как это называется. В общем, в голове крутится много всего, много информации сегодня накопилось за целый день. Поэтому надо уже перезагрузку сделать. Компьютер перезагрузить свой головной. Вот. Ну все, наверное, на сегодня все. Наконец-то я дошла до Быкова. Давно собиралась, давно меня там не было. Целую зиму и целое лето, пока что шел дачный сезон. Я туда тоже не ходила. Но теперь, надеюсь, возобновлю походы. Потому что буду сама лично оплачивать интернет, ходить. Вот. То есть помощник, который мне оплачивал интернет, он уже не будет оплачивать мой интернет. Мой брат, который оплачивал интернет. Вот, помогал мне. Но теперь мне придется собственноручно оплачивать интернет, ходить. Вот. Так что, если кто-то хочет, да, пользуясь случаем, если хочет кто-то посодействовать мне, помочь в оплате интернета, вот, то могут присоединиться и оплачивать, помогать мне оплачивать интернет раз в месяц. 518 рублей я плачу, абонентская плата у меня по тарифу идет. Вот, так что, если кто-то имеет такое желание, может помочь мне оплатить интернет. Вот, посодействовать. Ну все, на сегодня все. Желаю вам хорошего вечера, хороших выходных. До новых встреч!